вам хочу представить своего учителя Душацкого Бориса Львовича. Душацкий Борис Львович сопровождает меня в качестве учителя всю мою сознательную жизнь, потому что в 1964 году он был на уроках, приходил к нам и преподавал дисциплину, которая была основной по моей специальности – технологии машиностроения. Закончив это учебное заведение, я отслужил в армии, окончил институт, и в 1977 году я пришел опять в это учебное заведение. И вот здесь уже опять вторично Борис Львович стал моим учителем, учителем, который помогал мне на педагогическом пути. По этой дороге я уже иду 37 лет. И все это время я вижу заботу, чувствую заботу Бориса Львовича Душацкого. Я ему за это очень и очень благодарен, потому что такого учителя у меня в жизни вообще-то не было. Я у Виктора Алексеевича был классным руководителем. Ну, много можно вспомнить. Очень старались ребята учиться. В то время действительно старались, чтобы быть хорошими специалистами. И такой вот случай. Идет последнее занятие. Вел у них историю Анискин. Алексей Федорович. И вот он спрашивает, а можно, может быть, кто-нибудь хочет повысить оценку свою? Виктор Алексеевич было четверка. Он говорит, я хочу. Ну, иди отвечать. Он пошел, отвечает. В это время в аудитории на задней парте Игорь Меднов и Толик Васильев. Они на задней парте сидели и в карты играли. Значит, разгильдяи в то время. Скажем так. И вот когда Виктор Алексеевич закончил отвечать, преподаватель поднимает Меднова и спрашивает, что его поставить? Вот он говорит, два. И преподаватель недолго думает, берет из четверки и исправляет на двойку. Ну, Виктор Алексеевич стоял, как слезы радом полились. Конечно, я это терпеть не мог. Мы потом это исправили. Вот. Они, конечно, потом извинялись, но надо сказать, что ребята были довольно шустрые. Игорь Меднов, его отец был мэром Бежицы, города тогда. Ну, а Толик Васильев тоже, надо сказать, у него отец был председателем облисполкома. Вот. И когда он третий курс закончил, надо сказать, что успехи были не особо хорошие вот, на стезе машиностроения. Я ему говорю, Господи Боже мой, да пошел бы ты лучше в артисты куда-нибудь. И вот и так вот получилось, что вроде бы шутку сказал, а он теперь ведущий специалист. Театра Советской Армии, вот, и во многих кинофильмах играет, вот, надо сказать, очень даже неплохой киноактер. Васильев Анатолий, он исполнял роль второго пилота в фильме «Экипаж», да. Он исполнял главную роль в фильме «Ломоносов», главную роль в «Корпус генерала Шубникова», а также, «Сваты», да, это же тоже одна из главных ролей в сериале, в многосерийном сериале, который комедийном сериале, который сейчас идет по телевизору. Так что мы его не только видим. Кстати, в прошлом году Василий приезжал сюда к нам в учебное заведение, вечером сюда приходил, и у нас в корпусе есть даже здесь фотографии наших работников, которые сфотографировали здесь с ним. Так что вот такие ребята с нами учились вместе.